Снова за родом, и господа, на связи Роман и канал FreeSign Games. Мы продолжаем с вами Звездные войны Галактика Героев. Сегодня у нас получается третий раунд первого брекета будет. Я смотрю, тут уже начинают нам продавать и пакеты на пучину, судя по всему, да. Тут 5 требований написано, что можно прикупить. Но что-то я их не вижу, куда они делись. Где тут этих 5 требований? Флот. Это понятно, это очевидно. Интересно, да? То есть вроде как бы есть, а вроде как бы и нет. Может, в подарках где-то? Да, вот, подарочное предложение, погоня за пучиной. И еще погоня за пучиной, 5 требований здесь. Это у нас корабли... А, так тут всего за день по 10... А, чушь. Я думал, что как на легенду, да, там уже сразу персонажи в пятом релике продают. Но, как оказалось, что нет, это все херня полнейшая. Так, ладушки, прошлый раунд у нас закончен. Закончен был поражением. Это было очевидно, в принципе, еще и исходя из моего внешнего вида. Блин, ну как же мне эти ушки нравятся. Так, третий раунд. Соперник у нас Лоунсмен. Я посмотрел его деф. Защита у него достаточно-таки крепкая, потная, плотненькая такая, увесистая. И здесь придется пострадать, потому что у него на самом деле здесь очень много всякого разного. План атаки у меня есть, он утвержден, и, соответственно, можно пробовать. Первое, это, соответственно, Джаба и СЛКР, то есть здесь особо у нас ничего не поменялось. Я беру первый порядок, беру вот так, вот так, вот так. Датакроны у меня еще не готовы, то есть у меня есть ряд датакронов с нового сезона, но не могу сказать, что их необходимо и можно использовать именно здесь и сейчас. Пригодится ли какой-то здесь вообще в целом датакрон? Давай посмотрим на дуку. Усиление защиты, кража здоровья, точность, атака. Ну, кстати, то, что атака дается, это, в принципе, неплохо. Либо 15% ко всему подряд. И пробитие же еще небольшое. Но, блин, я думаю, что все-таки не для этой пачки. Я возьму все-таки небольшой датакрон. Здесь у нас что? Ну, понятно. То есть, по большому счету, должны пробить. Теории. На практике, конечно, может получиться все, что угодно. Сейчас только свет еще поярче вот так сделаю, чтобы у меня морда светилась по самые помидоры. На тебе раз. Угу. На тебе два. Отлично. Ой-ой-ой-ой, вот я рассчитывал, что его-то как раз-таки сейчас бить не будут. Он не успеет сходить. 5 зарядов, сейчас подорвется, скорее всего. А подорвется полностью? А, нет, в следующий раз подорвется. Так, ок. Сюда я еще могу ударить, отлично. Давай вот сюда. Стан не сработал, но зато я заряды взял и весьма нехило в целом ударил по головушке. Так, здесь я бью базовый, чтобы крит получить и ульту разогнать. Так, сюда смотрю. Ну, у меня слепота. Тогда пойдем в ульту. Не было бы слепоты, я бы нанес бы еще обычный удар. Скорее всего, это была бы массовонька. Но так как слепота, то уже не имеет смысла особого. Так, сюда ходим. Блин, бонусную защиту так-то было бы неплохо всю поснимать. Я сказал поснимать. Хорошо. Главное, не выходи из стана. Ты не добил, что ли? Да ладно. Вот теперь нормуль. Ну, видимо, крит просто не проскочил. А, ну да, на мне преимущества нет. У меня невосприимчивость к положительным эффектам. Блин, вот здесь, конечно, вопрос. Да не, в ульту пока не надо идти. Ну, нет смысла. Ворую. Мастерство как не в себя. На, еще держи. Ну, давай попробую добить. Да иди же, пассатижа. Хорошо. Я не знаю, как соперник ударит,
Но в любом случае. Так, Джаба и СЛКР здесь сработали. Далее, Иден и Гэс. Блин, я же Гэса хотел поставить в защиту, но я его, наверное, поставлю все-таки со следующим брекетом. Я не придумал еще, кого я буду брать в атаку. Здесь беру 60% защиты бонусом. И поехали. Если я Гэса ставлю в защиту, значит, мне кого-то надо взять в атаку. С другой стороны, у меня вроде как в атаке и так хватает пачек. Вроде как. Угу. Надо обдумать этот момент. Гэс все-таки будет хорошее подспорье для дефа. Опять же, вот, например, если не Гэс, то кем бы я сейчас заходил на Иден? Вампа? Вампа у меня не справится. Так, а почему я сюда бью, если я могу бить сюда? Ай, как больно. Так, давай сюда пока шлепнем. Гэсыч, встань, пожалуйста. Гэсыч. Гэс, дружок, сладкий пирожок. Так, поднялся, да? Окей. Ой, я, кстати, только сейчас заметил, что здесь два танка. Один из них сейчас должен сдохнуть, когда Рекс будет ходить. Блин, везде антикрит висит. Вот это, конечно, попа боли. Так, надо Рекса прикрыть. С такими темпами он ультануть не успеет. Может попробовать дать разгона, чтобы Гэс быстрее встал? Давай разгона дам. Хорошо. Так, стоим, живем. Бляха, как Иден версию больно бьет, ну офигеть не встать. Я тебе говорю, оно лупит просто как мразота. А если так? Хорошо. Не, серьезно, а кем бы я ее закрывал? Вот я сейчас просто думаю, варианты в голове прокручиваю, и на самом деле вариантов-то не особо чтобы видел. Это при условии еще отсутствия датакрона. А если бы на ней... Ну, есть какой-то датакрон, но это не тот. А если бы стоял какой-нибудь мощный из нового сезона? Ну, это ж так-то... Ё-моё. Так, Галактическая Республика. Галактическая Республика. Здесь у нас Траун, Мол. Окей. Взять с отключением защиты... Здесь будет у нас усиление защиты. Соответственно, отключение защиты это будет весьма неплохое... А, подожди, отключение защиты. Ну да, на ЛВ. Отключение... Ладно. Бляха, в кошатину все-таки прилетело разок. Успеем пробить, походу. Давай-ка я рискну сделать вот так. Да ты издеваешься, что ли? Одного призывчика я не буду туда сливать. Кошка Траун Мол. Давай вот так. Вот так хорошо. Так.
Так, по-моему, сейвер только что сработал на ГК. На Кеноби. Так, сюда ходи. А что мне вот эта крон дает? Жирок. Ну, жирок это да. Там и так уже у нее откатилась ульта, поэтому нет смысла откатывать еще разок. А вот сейчас можно будет еще раз откатить. Так. Тихо, Спок. Сейчас, сейчас, подожди, дружище, я до тебя доберусь. Сейчас у тебя еще ульта закончится. Вот так хорошо. Вот так вот отлично. И вот так вот тоже прекрасно. Но что-то урона как-то у нас не хватает. А почему запреты не падают? Это довольно странно. Ну ладно. Запреты на использование способности. У меня же датакрон, который вешает... А, это не этот датакрон. Ладно, хорошо. Подожди, или этот? Этот датакрон, он... А, он отключение защиты. Это не то. Так, ладно. Сюда Бейн. Здесь без вариантов. У меня нет датакрона на первый порядок, к сожалению. И пока не падает. То есть один датакрон есть, но он на фазму. То есть, как бы понимаешь, да, что там с фазмами ловить особо нечего. Вот. А других не могу никак поймать. У меня два датакрона на седьмую... Нет, два датакрона по мне на седьмую, два датакрона на реву. Тоже такие себе по пользе. Потому что это с датакронами мне прям в этом сезоне очень и очень не очень. Давай так. Да ну брось, ну как так-то? Я думал, есть пробитие, а оказывается нет. Ага, ага, ага. Так, Бейн, всеки как положено. Ну почти, ну хорошо, ладно. Бейн не смог, красный смог. Так, здесь мы все закрыли. Так, ЛВ закрытие есть, Лея закрытие есть. А сюда я пойду Палпатином. А подожди, это ж не Старкиллер. Я думал, что это Старкиллер. Я что-то не посмотрел, что здесь Саваж. А кем тогда мне этот пак? Опа, слушай, у меня вопросы появились. Я рассчитывал, что я буду закрывать теми, кем я рассчитывал закрывать. А здесь Палпатин с Саважем. Но Саваж так-то тоже тварь еще та. Да еще и с Марой. Ну, опять же, это не Старкиллер. То есть, как ни крутиться. Старкиллером-то, конечно, было бы жестче. Триумвират у меня занят. Афро у меня тоже по плану атаки занята, да? Да. Тогда изгои остаются. Изгои. А справятся ли тут изгои? Ну... Все-таки это не Старкиллер. Давай на это рассчитывать. Так, на тебе раз. Ок. На тебе два. На тебе три. Станом жопу потери, понял? Постоянно в подкреп они не смогут приходить. Почему? Потому что ошеломление на них будет вешаться. И стан на них работает. При Старкиллере на них стан бы не сработал.
На, держи. Допустим, а хватит нам ульты добить Саважа? Не хватило, но у него запрет на прохил неснимаемый. Отлично. Отлично. Я не думал, если честно, что изгои сработают, но тем не менее это хорошо. Я сохранил Палпатина. Он мне, возможно, где-то поможет. Где-то понадобится. Так, что у нас позади тут есть? Охотники. Ну, это сразу Среван. Здесь пока не в курсе. Омикрон Квай. Блин, ну здесь так-то, извини меня. Нихера себе. То есть у него деф-то так-то жесткенький. А ведь мы еще наверх не заходили. Там тоже есть с кем помучаться, пострадать. Там наверху тоже мое почтение. А, в прошлом видео мне сказали, что Сидиус очень хорошо закрывает Таскинов. Давай мы сейчас, кстати, сразу это проверим. Посмотрим, как хорошо он это закроет. На. Так, подожди, а под шаманом длительный урон на них же вообще не ляжет. Что-то мне, по-моему, не то сказанули. Длительный урон весь на меня будет перекидываться. Надеюсь, Сидиус-то от своего же длительного урона не подохнет. Допустим. То, что мы диспелим, это, конечно, круто. Но мы шамана не пробиваем. Угу. Бонусная защита. Ну, бонусную это я сниму. Мне бы не защиту, а здоровье с него снять. Желательно полностью. Может, имелись в виду таскины, которые не под шаманом. Так, до здоровья добрались чутка. Хорошо, пока. Бонусный ход. Отлично пока. Очень хорошо. А теперь длительный урон на них падает. Кошмар, что творит дядя. Так. Как-то надо поймать момент, чтобы их обоих уничтожить. Да ну. Так, подожди, здесь я тогда базовую луплю, а теперь массовонькой. Твою мать. Вот теперь сложный момент их поймать, чтобы двоих уничтожить. Этот более худой. Вот этот пожирнее. Во, вот сейчас, сейчас, сейчас. Отлично. Так, ладно, пацаны, спасибо за подсказку. Здесь, в принципе, зачтено. Хорошо, далее кто? Здесь вроде как триумвират. Ситхи. Ситхи. Ты. Ты и ты.
Игнорирование провокации. Блин, а надо ли мне здесь игнорирование провокации? Не менее 5 отрицательных эффектов. О, кстати, а отрицательных эффектов будут много. А, так они будут сниматься. Ну, может, сначала Детакрон сработает, а потом они снимется. Блин, не знаю, как это сработает сейчас. Подожди. Только не метка смерти, только не метка смерти, только не метка смерти на няху, только не метка смерти на няху. Кстати, я Детакрон вражеский не прочитал. Метка смерти на бабку. Это ж... Нихера себе, ты видел? Ты видел? Няха даже не рыпнулся. Он просто как железный человек с руки херанул. Вот это красава. Я, конечно, понимаю, что это глюк, но выглядело это потрясающе. Так. Угу, я понял. Ну, можно так. Так, жир... Нельзя оживить. Ну, такой себе Детакрон. Хотя жир, опять же. Нифига себе, извини меня. Тут жирку добавляется, будь здоров. Они и так-то не худенькие, а с жирком тут мое почтение. Бабку просрал. Ну, теперь сработало. Слушай, а там точно был глюк? Или это я моргнул и не заметил? Надо будет потом пересмотреть. А, хорошо, бэк. Это афра. Это афра. Хотя я, честно говоря, не уверен в этой контре. Блин, что-то я очкую этой контрой пользоваться. Меня уже бэк один раз подставил. Но там был другой отряд. Здесь еще Детакрон его бешеный. И мне это не очень-то и нравится. А у меня Детакрона, по сути, никакого здравого нет. Только жир использовать. Ну давай попробуем. Не знаю. Поглядим, что из этого получится. В любом случае, надо бэка учиться долбить. Ого, пробили, кстати, не кисло так. Наверное, бэка оставим на закусочку. На десерт, так сказать, нет? Как это было больно. Но его мы воскресить можем, если афра сходит. Перестань. Перестань. Давай сделаем так. Бляха, он сейчас с этими предвидениями, конечно. Ай. Ай. 5 минус 1. Это у него сейвер сейчас сработал? Для Хафри еще один ход нужен.
Какой же он все-таки бляха. Так, ладно, забрали. Но я боялся, что вообще не заберу. Ну, это очень на тоненького. Это достаточно на тонкого пацана. Так, КЛС это Саваш, очевидно, но... сможет ли мой тут Саваш именно справиться? Потому что у меня Саваш, сам знаю, что не очень-то. И нет еще никакого датакро... А, нет, есть... Атака, защита. Ну, давай будем использовать. Какие еще варианты там? Здесь у нас что? Сопротивляется отрицательному эффекту. Так, и я помню, что первым надо долбить КЛС-а. А товарищ, который... Трипи уичу, и он должен разгонять. Последний раз я заходил, у меня были сомнения. Имеется в виду Дедакрон на сомнения. Сейчас, естественно, нет. Вот когда криты Саваш бьет, выглядит вполне себе... Это. Перспективно. Без критов, конечно, попа боли. Да, но перестань. Бляха, почти же, почти. Еще один удар, и можно добивать. Нет, отхилился. Вот теперь можно добивать. Да, хорошо. Допустим. Не, мой Саваш все-таки еще может. А вот сможет ли СЛКР... Ой, не СЛКР, а Старкиллер. Блин, я очень не уверен. Ну, у меня особо вариантов нет. Млюк тут не затащит. Давай я посмотрю по статистике. Немножко. Немножко. Что тут вообще в целом пишут? 51%. 51%. Но везде используется датакрон на Старкиллере. А у меня датакрона на Старкиллере нет. Млюк вообще без шансов. У Млюка вообще тут 12%. Палпатин. Ну, с Бэйном это очевидно. С Бэйном это очевидно. Но у меня нет уже Бэйна. Зеркалом, зеркало. Нет СЛКРа, нет ЛВ, нет. У меня никого нет из того, кто прям закрывает с высокими показателями. Про нейтральных адептов силы можете не писать, я прекрасно про них знаю. У меня их нет. Они не прокачаны, они не вкачаны от слова совсем. Поэтому здесь особых вариантов у меня не остается. Датакрон. Так, кража здоровья, точность защита. Здоровье 70%. Блин, ну только если здоровье 70% взять. До защиты немного. Ну я не знаю еще реально, что сюда подоткнуть. Что-то с темными датакронами заметил, да? Какая-то шляпа полная. Ну на втором круге, конечно, будет поинтересней. Бляха, у меня тут где-то волос, что ли, мешается. Так. Ага, станов точка нет. Немощность есть. Тут антикрит болтается.
И тут антикрит болтается. А если так? И вот так. Да тихо, подожди. Не успеем этого дурачка прос... Ага, подожди. Я сейчас убью, но помрет вот этот хрен. Ну, в принципе, наверное... В любом случае, в ульту поскачет. Насколько больно она ударит, вот в чем вопрос. Жизненно. Хорош. Ах ты ж мразь, я забыл про твою способность, обилку, скотина, датакрон, подлюка. Спокойно. Только не надо сейчас свой вертухан давать. Какая ты мразь, какая ты мразь. У меня еще и ГЭСа нет на добивку, а? Блин, я про датакрон-то совсем этот забыл. Так, ладно. Что у меня еще внизу? Внизу. Так, здесь джедайское отродье. Это с Ревана я сюда пущу. Здесь у меня должен с Реван себя проявить, как положено. Поэтому даже не буду, наверное, датакрон брать. Он должен тут и без датакрона справиться. Тут у меня еще есть Зорька, но могу туда Палпатина спустить. А, Империю Ситхов еще могу использовать. У меня есть еще Рева. То есть, в принципе, я просто смотрю, считаю паки, которые у меня есть для того, чтобы, допустим, того же Млюка ставить на добивку Рей. Чтобы кого-то оставить именно на 100% добивку. Потому что ГЭС бы забрал. ГЭС красавчик. В плане добивки Рей. Притом на любых событиях. То есть это не важно, в АА или в ВГ. Ну или в АЗТ. Там смотри, как тебе удобнее по названию. Все всегда по-разному называют. Отсюда иногда путаница появляется. Слушай, какой босс жирнющий, а? Это, конечно, плохо. С другой стороны, это хорошо, то, что мы можем немного прохилиться. Не, ну ты слишком жирный, братан. 1500. Ну ладно, Бинда, что же от него ожидать-то? 6000. 2000. Да ты жиробасина какая, а? Я с него даже защиту не могу просто сбить, чтобы хотя бы по здоровью начать лупить. На.
Так, есть пробитие. Ну куда ты опять защиту вос... Спокойно. Ну, я понадеялся. Фиг тебя. А с чего у них идет отжор? Они же вроде как отжираются при накладывании отрицательных эффектов, а отрицательных эффектов они накинули на меня ровно ноль. С чего отжор у них? Сопротивляются отрицательному эффекту? А я что, какой-то отрицательный эффект, что ли, на них накидываю? Я просто стараюсь бить по роже. Ну вот здесь, да, был отрицательный эффект. Этому сопротивляться вообще невозможно. У меня еще преодоление обороны к тому же висит. Пипец, вот это босс, конечно, злобный, жирный, скотина, тварь, свинья. Так, здесь. Слушай, а здесь, наверное, еще и не умирайка, да, к тому же? Да, здесь не умирайка. Но здесь придется Палпатина, наверное. Блин, или Империю Ситхов. Палпатина или Империю Ситхов? Как думаешь? Сестер у меня нет. Рева? Рева в состоянии. Слушай, ну я Ревой не заходил ни разу. Я лучше все-таки Империя Ситхов возьму. Не буду рисковать. Бляха, отсутствующие датакроны меня, конечно, напрягают. Если я сюда пускаю Палпатина, то мне еще Квая надо кем-то забрать. А там вроде как раз-таки третий Инквизиторий сраляет. Но тогда надо забрать Рекса. Ну, допустим, Империя Ситхов. Но вот этот хрен еще остается. Бляха, как все сложно. Блин, без датакронов что-то как-то вот неудобно, понимаешь? Вот прям вот, ну неудобно и все тут. Очень хотелось бы, конечно, чтобы были датакроны темненькие, но их ни хрена нет. Получается, уничтожение тоже не сработает от Палпатина. Или сработает? Да не, не сработает вроде как. Давай попробуем. Нет, не сработало. Блин, еще и Зорька сидит в инвизе. Ок. Райерок. Здесь
смогли. Млюка пока сухарю. Млюка пока не трогаю. Но здесь надо подумать. Ну, типа сюда инквизиторий, да, типа? Типа Рева Гранд 7-я. Без какого-либо Датакрона. Не нравится мне все это. А, подожди, тут Энакина нет. Но я только сейчас заметил, что здесь нет Энакина. А, ну да. Энакина тут быть не может, потому что Энакин был... А чё я тогда переживаю? Энакин же был у нас под Бэком. Тогда вообще нормулёк. Аж титька зачесалась. Так, и вот с этими двумя надо разобраться. Мне надо два крепких пака, но не млюк. Так. Ой, Рекси-шмекси. Бляха, это у меня два Рекса получается, да? И Файвс. Я правильно увидел же? Так, это Файвс. Это два Рекса и Файвс. Ну, вообще, в принципе, Империю Ситхов, скорее всего, сюда пускать. Если я сюда пускаю Империю Ситхов, то тогда у меня остается КЛС, либо Дашер Эндар на Соу Гереру и бойцов-повстанцев. Ну, еще есть Вампа, конечно, но что-то я боюсь, что Вампа... в прошлый раз мы за Вампу, кстати, забирали. Но там было супер на тоненького, и там были братцы. А здесь Кайл Катарн, который может очень больно ударить. И отсутствующий Датакрон. У меня же совершенно нет Датакрона. Так. Ой, чихну. Ой, чихну. Говорил же, чихну. Ну, типа, давай что-нибудь да подкинем. Просто, чтобы, так сказать, бонусом что-то было. Ой, как надоело болеть, ты не представляешь. Вообще не люблю болеть. Но, к сожалению, меня об этом не спрашивают. Так, здесь я бью сюда. Да, отлично, метка смерти тут сыграла просто потрясающе. При метке смерти персонаж не может быть воскрешен, но при этом еще и Файвс помирает. Это идеальная комбинация. Так, и сюда КЛС. Но только в каком составе? В базовом? Или лучше Даша Рендара сюда взять? Или КЛС и Трипиву и Чуи. Тут еще критические есть. Ладно. Ладно, ладно, шоколадно. Ага, еще и откатил на раз. Mm-hmm.
Так, а давай-ка вот так сделаем. А, так ты эффективность все равно успеваешь получить? Да в смысле? Так, произошел подрыв. Ну, в принципе, норм. Хотя вот еще пораньше бы чуть-чуть, чтобы подрыва не было. Но так в целом нормально. Надо будет запомнить эту контру как-нибудь. Так, здесь. Ну, здесь я буду добивать уже, соответственно, вот этими ребятками. У меня и Датакрон есть с блокировкой способностей. Неснимаемой блокировкой способность. Не, подожди, не снимаемый. Снимаемый, еще как снимаемый. На тебе сразу. Так, на сюда. Я так сделаю. Ага. Так, ураган она не применяет, но зато ультануть там может вообще без проблем. И нехило отжирается. Да. Сейчас будет очень больно бить. Так, болезненный удар закончен. Хилимся, живем. Блин, стой, запрет. Во. А то сейчас ураган бы как крутануло. А мне это не надо. Да, ну Рэй, конечно, мразотная тварь. При этом в полном составе Млюк не закрывает полную Рэй. По крайней мере, 12% это, по сути, не закрывает. А в моем исполнении это будет не 12%, а 0,12%. Так, здесь прикол... Ну, здесь приколы могут, конечно, произойти, но я надеюсь, что Пучина меня не подставит. Тем более, что мы на пешке уже лоханулись, а значит, на флоте все должно быть нормуль. Давай, 32 призыва, чтобы было прям все шикарно. Ага, работаем по отработанной схеме. Пока норм. Вот здесь можно было так-то и подыграть немножко пару призывчиков-то, нет? Так, хилимся, живем, призывы призываем. Сейчас боск вылетит. Но я надеюсь, что Боба вылетит, а не боск. Блин, боск. Так, надо спасать сокола. Я даже знаю, как это сделать. Вот так, оп. Бискар сейчас улетит обратно на завод по производству космических кораблей. Наверное, правильно сказать не завод, а, наверное, верфь. Это же все-таки космические корабли. А корабли все собираются на верфях. Верфь. Короче, верфь. Правильнее будет. До свидания. Сюда ходи. Ага.
Знаешь, почему боск живучий? Этот клык, потому что боск живучий. Вспомни, насколько тут живучий боск собака. Это клык отсюда. Такая же мразота. Так, а здесь... Я думаю, что здесь очевиднее будет, наверное, лучше за палача зайти. Этот корабль что, не хочет идти в бой? Хотя, может, реально надо было в 4 зайти? Потому что там все равно стяги были потеряны. Блин, я даже склад у своего соперника не видел. То, что соперник этот мощный, это было очевидно. Но насколько он мощный? Здесь, конечно, вопрос. Так, ты и так подохнешь, поэтому давай сделаем вот так. Прикинь, если бы уклонение было, вот бы я охуел. Притом не удивился бы, а именно охуел. Это разные вещи. Угу. Мародер у браковки, конечно, крут. Это, конечно, да. На. Надо прокачивать того, кого они не покоцают после этого. Ну, не прокачивать, точнее, а хилить. Танка хилить вообще бессмысленно, потому что на нем провокации, его и так бить будут. У меня сейчас, по идее, должна быть уль... Угу. Чуть-чуть не дожал. Ну, маленько грязновато, но в целом нормуль. А, здесь Левик. Левик это... Это ситхи, это, соответственно, ярость, это бомбер, это, блин, это не зеркало, тогда возьму кинжал, сушку на выходе и, соответственно, Марк 2. Таким образом. Блин, поскорее бы уже Левика до 7 звезд дотянуть и забить уже на эту эпопею с флотилией. Эти сволочи опять выведут какой-нибудь новый корабль. Так, сюда. Сук. Будем надеяться, что он тоже где-нибудь лоханется. Я правда не знаю, но он может на рей, в принципе, лохануться. На Империи он вряд ли лоханется, потому что он все силы по флоту в атаку взял. На Джабе? Да на Джабе нет. Единственный вариант это все-таки что на Рейке. Надо, знаешь, что посмотреть? Надо посмотреть, есть ли у него... прокачанный Маликас. Потому что у меня он, например, есть. Но он не прокачан. Как и Цере. Надо посмотреть, как у него дела с этим обстоят. Так, на, держи. Да ну перестань портить мне карму, сука. У меня и так все вылечены, кому тут что делать-то? Хорошо.
2070. Хотел сказать 2070. Нет. 2034. Ну, в принципе, неплохо, но для одного фейла можно было и получше. Можно было и получше. Так, лоунсмен. Лоунсмен. Склад. Сразу смотрим флот. ГМ у него 11 с половкой. Да, датакроны. Ёптель. Так, и соответственно, ну, легенды это понятно, легенды это все есть. Меня интересуют нейтральные адепты силы, там как? Малика, сэр, ну да, у него есть, в принципе, кем реву-то закрывать. Ой, реву, Рей. С него, по идее, в теории, проблем с закрытием быть не должно. Может, он лоханется на Гривусе, хотя у него вот тоже есть такой датакрон. Нет, не такой датакрон. У него нет профильного датакрона на сепаратистов. Может, он не в курсе про него? Ладно, хорошо, посмотрим. В любом случае, результаты где будут? В следующем видео и, возможно, пораньше появятся в моем телеграм-канале, поэтому сможешь туда подписаться. Вот, а на этом у нас все. Подписывайся также на YouTube-канал, на Дзен, пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и да пребудет с нами сила.